Итак, раз-раз, как слышно, сегодня нормально. Здорово всем, привет, добро пожаловать. И мы продолжаем проходить Mega Dimension Neptunia Victory 2. Собственно, мы начали в прошлый раз третий акт. И, собственно, мы сегодня его продолжим. И посмотрим, что у нас дальше. Ну, хотя в прошлый раз у нас много чего случилось. Удзуме похитила наших богинь. Богини-кандидатки пытаются собрать всех, всю Golden Fjord и пойти спасти наших богинь от Удзуме, которая непонятно, что с ней стало. Ну, короче, она перешла на темную силу, на сторону темной силы. Ну и нам придется ее переубедить, чтобы она вернулась обратно. Тумаками поебал. По морде, извиняюсь. Так что давайте погнали дальше. Продолжим и посмотрим, что у нас тут к чему. Ну и продолжим собирать Golden Fjord. И следующее у нас... Кейша! Погнали. Что? Нуар-сан похитили? Именно. Поэтому, Кейша-сан, можешь ты, пожалуйста... Не прощу. Что? Это Удзуме, которая похитила мою дорогую Нуар. Я ее не прощу. Хорошо. Я помогу, Юни. Но взамен я хочу, чтобы ты устроила, скажем так, небольшой матч со мной. Я давненько не сражалась, поэтому боюсь, что я немного стала слабой. Ну, эту просьбу я без проблем могу выполнить. Ну что ж, давай начнем. О, господи. Как же мне нравится реакция Кейши. Как же у нее бомбит иногда. Эх, Яндера, что с нее взять? Так, подожди секунду. Ну что ж, порвем ей задницу. Бомбит! Нормально, нормально горит. Да возгорится пукан твой. Да да придет пека, и я забыл, короче. На одном стриме видел упоротую фигню. Насчет горения пукана. Ну что ж. Сколкиан, погнали. Этот удар на что-то похож, но я не могу вспомнить на что. Твой дамаг для нас
полная фигня. Тебе хана, Кейша. Нет, она не богиня. Биша не богиня, она просто так. Разработчик Third Party. Медведи подошли поближе к монитору. Блин, сегодня вообще хорошо начали. Сразу с геймплея. Там сколько было? 3-4 строки диалога и геймплей. Ребят, это... я даже не знаю к чему. Это необычно. У нас обычно наоборот. 5 секунд геймплея и 3 часа текста. Ух. Давай, Square Enix, тян, мочи. Случаем не метеорит, что вызывает Сефирот еще в седьмой финалке. Как по мне, да. Ну да ладно, не важно. Похоже. Но я тоже думаю, что где-то я его видел. Вот где? Ну, как бы... смахивает, смахивает. Все-таки Square Enix тян. Ладно. Ну что ж, да, вы неплохие. Однако, вы еще не видели всю мою силу. Типа. Пси. Ну, Лохарл это вообще тут ни при чем. Хотя Square Enix в Европе издавала первую, вторую, третью и четвертую дисгая. Насчет четвертой не уверен, но третью точно. У меня просто на диске с коробки там Square Enix. Но они просто ее издавали, потому что издателя не было. Канами-тян станет Metal Gear'ом, ну... в каком-то смысле. Она уже стала. Мочи! Надо пофармить пойти, наверное, попозже. Бандай, тян, давай. У нее должен быть какой-нибудь удар, что будет напоминать серию Super Robotic Tension или как-то так. Который первой игрой этой серии официально выйдет на английском в этом году, только в Китае. Но не важно. Да и пошли в жопу. Эта атака, конечно, ржачная. Ты еще живая?
Изи. Уф, прямо всем новые уровни. Да, теперь я чувствую себя просто замечательно. Спасибо тебе, Юни-сан. Сражение с тобой, Кейша, для меня было прекрасным опытом. Давай поспешим на помощь вместе. С моей сестрой. Да, давай постараемся. А то. Привет, Вети. Ну что ж, дальше в Луи за капком тян. Погнали. Так, подождите, давайте Кейшу возьмем к себе в пати. Давайте вместо Биша. Экипировку сначала посмотрю. У нее и так сидит топовое оружие. Да. Замечательно. Так, надо пару дисков потом еще записать. Костюмчиков нету. Ну что ж, погнали. Понятно. Я подумал, что это странно, что Блан-тян давненько не вижу тут. И поэтому беспокоился о том, не произошло ли с ней что-нибудь. Поэтому, пожалуйста, помоги нам, Шиша. Мы действительно... Нет, я действительно хочу очень сильно спасти сестру. Шиша-сан, пожалуйста. Ну, я действительно очень сильно хочу помочь в спасении Блантян. Но, честно говоря, я не совсем уверен в своей силе. Достойна ли она в сравнении с чем-то? Даже если я являюсь частью Golden Fjord, без моего золотого кристалла, я не могу использовать такую же силу, которая у меня была раньше. Тогда мы проверим тебя и посмотрим, насколько ты сильна, Шиша. А? Мы будем сражаться с Шишей? Ну, мы должны. Так у нее появится вера в себя, ну или всякая другая срань. Ну, по сути, перевод в таком один в один. Правда, там не слово срань, а типа того, но подходит по смыслу. И тогда мы силой сможем заставить ее пойти с нами. Ой-ой, нандака буссоуна котобага кикоете китазо. Эй-эй, мне что-то только что показалось, что я услышала нечто очень опасное. Но если вы правы... Нет, если вы окажетесь правы,
и мои способности будут на уровне, то так уж и быть, я составлю вам компанию. Ну хорошо, ты это сама сказала. Давайте я сейчас проверим, Шиша. Да, мы тебя сейчас проверим. Ну я бы ее по-другому проверил бы, ну да ладно. Этим займется другой персонаж потом. Набереть у нее знак Капкома. Ну, да. Так. Ну что ж, Кейша, трансформируемся. Да, ребят, наконец геймплей, вы дождались. Хотя ненадолго, но не важно. Юни в этой атаке светит белыми труселями. Ну, так это нормально, так задумано. Все как надо. Иначе было бы... Игра бы была бы на 50% хуже. Ух ты ж, блин. Ничего себе побили. Вот это я понимаю, конечно. У нее хил там 30%. Говно. Наверное, ее стоит заменить, хотя... Привет, Фума. Ну... Да, поход придется. Ну, знаешь, людям свойственно адаптироваться ко всему, поэтому как-нибудь-то переживем. Вот, Аля, здоров. Хотя ты уже был, наверное. Я просто почил, сорян. Так. Скулп, Пафер, тебе там не одиноко, все нормально. Сисятян. Ну, кстати, да, созвучно. Шишатян, Сисятян. Нормально, нормально. Даешь дебаф от Юни? Ну, ладно. 30%. Осрать на хил. Норм. Ну, хорошо, что хорошо. Так. Хилкот здоров, кстати. Так. Здорово, Берс. Заменить или не заменить? Замени. Какая же она стерва. О, Скул, больше ты не один. Ой, господи, что за срань? What the fuck? Это Star Fox, что ли? Или Metroid? Или вообще ничего из этого?
Ну, хорошо заездил. Так, стоп. Так это... Так ты девочка? Ой, извини. Просто по никнейму сразу не поймешь. Извини, я про слово почел. А, нет, Фума, не зацензур. Оно такое? Ты о чем? Это оригинал. Тут все нормально. А где дебаф? А, я забыл. А ты неплоха. Это то, ради чего я живу. Я схожу с ума по таким сражениям. Ой, блин. Она, видно, любит пожестче. Шиша, мы узнали кое-что про тебя новое. Не знаю, Фуму не смотрел, поэтому не могу сравнить. Да нормального. Огонь! Надо ее отшлепать. Да и не только. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Блин, она у нас в бафере, я перепутал. Я постоянно Ром и Рам путаю, они слишком похожи друг на друга. Нет, татарщики, я не имена путаю, я путаю, что они умеют, кто из них бафер, кто из них хилер. В чем тут это? Дестрой Зимён, да. Почти тебя завалили. Ну что? Что вы скажете? Как я сражалась? Я прошла вас, ваш тест. Ну, конечно. Один, два. Упоролись. Ну ладно, нормально. Типа, прошла, молодец.
как же это переводится? Сейчас, сек. Да. Нет, замечательно, хотела бы я сказать. Однако я удивлена, что смогла так далеко зайти. Окей. Но теперь я могу пойти с вами и спасти Блантян. Блантян, жди меня. В этот раз я буду той, кто спасет тебя. О, господи. Слушайте, я думаю, что она тоже питает какие-то очень теплые чувства к Буланг. Но знаете, я тут подумал, все-таки в игре про Бланк будет мало сюжета, я думаю. Потому что чем больше грудь, тем больше сюжета в игре. Чем меньше грудь, тем меньше сюжета в игре. У Бланк ее почти нет. Поэтому там почти не будет сюжета. И это очень плохо. Очень плохо. Так, что ты там скинул, Фума? Эх, надо бы Валькирию Драйв тебе показать. Вот там трансформации, да. Хотя, может, в аниме они примерно так же сделаны, я не знаю точно. Но не важно. Так, ладно, я собрал всю пати, возвращаемся в Нептуне. И идем в Zero Dimension, по идее. Так, сейвимся и погнали. Погнали на помощь уже. А то там тентакли уже, наверное, изнасиловали их по полной программе. Или Удзуме вместе с тентаклями. Ладно, девочки, вы готовы? Да, пожалуйста. Надеюсь на тебя. Ну хорошо, тогда будьте осторожны. Ну что ж, теперь как все, когда все ушли, я тоже начну делать свою часть работы. Что? Сейчас, сек. Так. Колебания. Катастрофа. Понятно. С тех пор, как большая дыра открылась, я увидела несколько колебаний в измерении. Я надеюсь, что это не предвещает какую-нибудь катастрофу. Опа! Тем временем у нас тут Непстейшн! Опять. Пропускаем или смотрим? Давайте посмотрим. Добро пожаловать на Непстейшн. Ну, здорово, че. Мы пришли, типа, посмотреть на вас.
Ну, приветствую всех. Наших сестер похитили, поэтому я вместе с Напгир пытаемся... я вместе с Напгир сегодня вместо них. Я никогда не думала, что твои мысли станут правдой. Да, нечто подобное случилось несколько лет назад, поэтому у меня было такое же предчувствие. Чё? Да, но я не думал о том, что их схватят сразу после того, как они стали сильнее. А они, возможно, говорят о событиях второй Нептунии, когда там тоже их похитили, да? Я тоже не думала. Да, но это означает, что сейчас лидерами является богиня-кандидатки, верно? Я, конечно, не сказать, что так уж и счастлива, что нам нужно спасти наших сестер опять. Однако, все же. Давай постараемся, Юни. Да, сделаем это, Непгир. Ну и с вот таким боевым духом начинается эпизод, Юни. Да, цель на 500 километров впереди. Что? Сейчас курок будет нажат. И она как искусный снайпер прицелится в него. Кейша загнала меня в угол, как свою дичь. Следующий эпизод. Гипердименшн Нептуния 13. Комната номер 909. Что? Не иди за мной, если хочешь остаться в живых. Да шучу. Чё она намекает? Ну ладно, увидимся. Пока. Типа, пока. Я ни хрена не понял, но это было забавно. Итак, это Zero Dimension. Да, это место достаточно сильно избито. Все здания вокруг тут разрушены. Это немного страшно. Ну, и что будем делать сейчас? Вы случаем не знаете, где Удзуме находится? А, ты все. Да, у нее есть две базы. Одна из них недалеко вот от этого города, а другая немного дальше. Поэтому я думаю, что нам нужно направиться туда. Логично, как. Кстати говоря, а ты морально приготовилась к
встрече с Судзуме. На самом деле, не совсем. Однако, Юни-тян, если что-то со мной начнет происходить и так далее... Я поняла, я тебя остановлю, даже если тебе придется избить до полусмерти. Как бы, пожалуйста, будь немного более снисходительной со мной. Да шучу я, шучу. Ладно, давай. Давай поспешим. Показывай путь. А я бы посмотрел, как Юни сбивает Непгир до полусмерти. Ух, я не ожидал, что увижу знакомые лица, да еще так скоро. Мне стоит доложить об этом Удзуме как можно быстрее. Да, нужно было «будь нежной» сказать. Тогда так правильно было. Да. Это база Удзуме? Это место разрушено. Точнее, в руинах. Она что, действительно живет в подобном месте? Ну, на самом деле, место, где она живет, немного другое. Однако, вот это является... Что-то типа зданием, где она там может со своими врагами сразиться, или типа того. Понимаете, к чему я? А, так это как секретное... бежище. Это круто! Круто, да? Ой, пошло... Что такое, Гиетян? Ты выглядишь что-то бледный. С тобой все хорошо? Да, со мной все хорошо. Я просто немного тут вспомнила нашу первую встречу с Удзуме, вот и все. Но, похоже, ее тут нет. Ладно, давайте попробуем поискать в другом месте. Эй, Гиачи! Э? Удзуме-сан? Эх, давненько не виделись. Да... Я никогда не думал о том, что мы увидимся снова вот так быстро. Стоять! Так, сука, не нужно нам всякого того дерьма насчет того, насколько тебе не хватало, Непгир. Мы тут не играем в игрушки. Эй, я что-то не понимаю, что тут. Эй, она как бы твоя подруга, верно, Гиачи? Можешь, пожалуйста, не знаю, рассказать ей, кто я такая, и спросить, почему она набрасывается на меня вот так. Гиачи?
さんたちはそれで油断したんだろうけど、私たちはそうはいかないわよ。Ты нас не одурачишь. Тебе, может быть, удалось поймать врасплох наших сестер. Но это с нами не сработает. Мы слишком умны для этого. Умны. Пожалуйста, Узуми-сан. Пожалуйста, верни сестру и всех остальных. Как ты вообще можешь делать нечто подобное? Чотто матэё. Омаэра нани о иттерун да? Непучи о каэсэ тэ. Сомо-сомо оре ва непучи то аатэ най зо. Так, стоять. Какого чёрта вы несёте вообще? Вернуть Непучи? Да я не видел её с тех пор, как она ушла вместе с тобой же. Усо не. Атаси тачи ва анта га дарк мегами о цукатте Онэ-чан тачи о цуресатте ику но о митэйру но ё. Лжешь. Мы видели, как ты используешь темных богинь. Или что там это было для того, чтобы... Что ты использовал для того, чтобы схватить наших сестер. Если ты продолжишь валять дурака так дальше, я не буду колебаться и пристрелю тебя. Именно, именно. Верни наших сестер обратно. Верни! Ой, има, дарк мегами ты итака? Эй, постойте, вы что, сказали... Вы только что сказали темные богини? Нанио икинари? Тяка, угок то уцва йо! Что ты так удивилась? А ну прекращай делать и себя дуру! Учитакя утеба иса. Дагара, сону кавари, дарк мегами ницуйте шиттейру кото ва... Если ты хочешь меня пристрелить, мне все равно. Но сперва расскажите мне все, что вы знаете об этих темных богинях. Постой, Юни-тян, и ты тоже, Удзуме. Нэгир. Юни-тян. Опусти свое оружие. Да, но она же... Пожалуйста. Я думаю, что со мной все будет хорошо. Ну, хорошо. Я была очень счастлива тебя снова увидеть, Гиачи. Однако... Что за безобразие тут у нас происходит? Господи. Извини, Узуми-сан. Кедо, вакиари митай да на. Ханаште куренай ка? Ну, у вас свои причины. Можете мне рассказать? И рассказали. А, не рассказали. Ну, сейчас расскажем. Правда, дайте сохранюсь быстро. Сейв. Что у нас с чем-то? Ну, Сократ, ну пока что вообще непонятно, что на самом деле. Может быть... Ладно, сейчас мы все узнаем. Может быть, она все-таки плохая и сейчас просто пытается одурачить всех. Понятно. Теперь я поняла, что происходит. Масака Мурасаки Баба га икитейта то на. Соре ни деккай непучи га доуште Мурасаки Баба то иссё ни. Понятно. Так это... Та пурпурная корга. Значит, это все еще она. Интересно, что вообще Непучи с ней делает?
Это серьезно не была ты? Но я же говорю вам, что вы все неправильно поняли. Я даже не понимаю, не знаю, как туда попасть. Если бы я могла бы попасть туда, то я бы, наверное, первым делом пошла бы к Непучи. Это лишь догадка, но, возможно, тот человек, который похитил Непку и всех остальных, это какая-нибудь фальшивка, подделка, имитация. Нет, есть еще одно слово. Подражательница. Ну, подражательница, наверное, больше всего подойдет. Вы что скажете насчет другой Удзуме? Подражательницы, подделкой, имитацией, фейком. Можно и так. Привет, Нотантует. Привет. Фальшивка. Окей, тогда фальшивка. Тогда оставим фальшивку. Да, но ту девчонку, которая... мы видели... Непгир знала, как ее зовут. Она даже сказала, что ее зовут Удзуме. И казалось, что они очень хорошо знакомы. О, господи! Сколько тут всяких неразберих тайн! Моя голова сейчас взорвется! Тогда дальше. У меня еще один вопрос к вам. Того человека, существа, которое вы встречали, она была вместе с темными богинями, верно? Да. Именно с помощью них она и похитила наших сестер. Это 100%. Безошибочно. Понятно. Так значит, слухи о том, что темные богини снова появились, не были просто слухами. Слухи? Что ты имеешь в виду? Но вчера ночью один из насекомых, моих знакомых, сказал, что ему показалось, что он увидел темную богиню. Сперва я подумал, что, может быть, он был в полусне, и у него были галлюцинации там были, типа того. Однако, Нура и остальные монстры сказали, что они тоже видели. Потом, когда мы решили немного... осмотреться и понять, что к чему, Уми сказал, что увидел Гиачи и остальных. И, собственно, вот так мы и встретились. Понятно. Никаких вопросов теперь больше нет. Так значит, вот оно как, что случилось. Тогда... кто это...
кто эта другая Уцумева, что мы с Ю не видели-то? Ну, как... Ну, очевидно же, как Аев и сказала, это какая-то фальшивка, что схватила наших сестер, когда они снизили свою бдительность. Тогда будет лучше как Гиачи, так и Удзуме. Быть начеку и быть осторожней. Так, с одной ошибкой... Наташа, да сейчас будет она, будет, я не знаю. На пару секунд появилась вроде бы. Потом исчез. Да, нет никакой ошибки. Вы чуть не поубивали друг друга. Мы не можем исключать того факта, что, возможно, это действительно был планом этой фальшивки с самого начала. Кстати, Удзуме, что-то я Умио не вижу. Что с ним происходит? Где он? Ну, Умио пошел разговаривать с монстрами, что видели темных богинь. Мы планировали встретиться тут, поэтому он в любую минуту может вернуться и... Я, матасета не, Удзуме. Соште, хисасибури да не, Гиачи. Извини, что я заставил тебя ждать, Удзуме. Да нет, не виделись, Гиачи. О. А Непучи не составляет тебе компанию? Понятно. Что за хрень? Рыба с человеческим лицом! Он... Это... Рыба? Чё? Блин, жареная рыба — это очень хорошо. Однако Миньера еще лучше пойдет. Пугающий. Умио, у меня тут кое-какие плохие новости. Понятно, вот оно как. Но если это так, то я не удивлен. Ты что-то знаешь? Ну, мне, конечно, нечем подтвердить тот факт, что эта дыра связывает измерения. Однако в этом мире было очень много разговоров о том, что прошлой ночью появились темные богини. Точнее, темная богиня. Привет, Андрей. Сейчас. Однако, если складывать все факты вместе, то, что говорили монстры насчет того, что видели темных богинь, то, скорее всего, фальшивая Удзуме отправилась на северо-восток отсюда.
Да. Так, на северо-восток. Узуми-сан, на северо-восток там что-то находится, что ли? Ну, там практически ничего нету. Там нету земли, нету почвы вообще. Там одна пустота. Ну почему именно туда? Узуме, этот инцидент, возможно, как-то связан с этим феноменом. Поэтому, я думаю, нам стоит составить им компанию. И еще один перс спать. Ну, конечно же, это были мои намерения с самого начала. Если Непучи похитили, и она находится в этом мире, то это как раз идеальный момент для того, чтобы я вернула ей свой долг. Но... Ну что скажешь, Киачи? Позволишь мне составить компанию? Спасибо тебе большое. Я пока что очень много вещей не понимаю касательно этого мира, поэтому я очень рада, что ты присоединишься к нам, Узуме. Окей, хорошо. Так. Ну что ж, пойдем на северо-восток, посмотрим, что у нас там. Почему? Так, немного пати поменять. Так, Узуме. Ну, Узуме я поставлю сюда. Тише. Компьян. Напир. Нам гир не нужна. Ей нравится. Ходячая реклама мегафона Узуме. Ну ладно. Окей, сойдет. Ну все, сейвимся и идем дальше.